Этот Джандир, приобретенный неделю назад, новый. Запускать мы его планируем в ближайшее время. Подопрыскиватель. Новый трактор в хозяйстве ТНВ «Мир» купили на заработанные средства. В прошлом году был отличный урожай. По зерновым хозяйство стало одним из лучших среди сельхозпредприятий Северной зоны. А в целом выручка от проданной сельхозпродукции составила 18% от общерайонной, если говорить по всем сельхозпредприятиям. Теперь новенький «Джон Дир» станет рядом с другими иностранцами, которых в автопарке немало. Всего в мире 70 единиц сельскохозяйственной прицепной техники и порядка 40 автомашин. Обновление парка идет регулярно, поэтому отстающих здесь практически нет. Все механизмы работают исправно. Парк полностью готов. Проблем с запчастями нету. Директор дает добро на согласование всех запчастей. Как бы вопросов нет. Горючим смазочным материалом практически запаслись на всю весеннюю обработку. В поле тракторы «Мира» вышли одни из первых. Хозяйство большое. Вторые в районе по обрабатываемым площадям. Под посев более 3000 гектаров земель. По срокам в этом году начали позднее на целый месяц из-за затяжной весны. Если мы в прошлом году выехали 30 марта пахать, то в этом году, вы знаете, сегодня уже 21-е. 16-го мы выехали барновать, подкармливать травы многолетние. На сегодняшний день у нас подкормлено 160 гектар трав многолетних и проборонено. Что касаемо зимых, конечно, подкормили 230 гектар, в остальные площади не вошли, потому что с учетом осадков, значит, выпавших в последнее время, не смогли ни подкормить, ни пробарновать. Но есть и плюсы. Благодаря теплой осени было вспахано максимальное количество площадей. Сейчас только закрывают влагу, потом подкормка и уже сев. Что касается запаса удобрений, то ими хозяйство обеспечено на весь период роста растений. Теперь дело осталось только за погодой. Наверное, в этом году все-таки настолько будет сложности. Сложности подойдут одновременно и посадка, посев зерновых, и овощи. То есть нам надо как-то вот суметь это все, весь объем охватить, сделать сроки, потому что все-таки сроки – это одно из важнейших как бы условий получения урожая хорошего. Похоже, этой весной каждая минута будет на вес золота. Чтобы урожай созрел, посевная должна быть закончена в сжатые сроки. Озеро Спасское – одно из излюбленных мест отдыха грачан, может смело похвастаться не только красивыми видами, но и статусом. Это памятник природы регионального значения. А вот о чистоте и порядке говорить не приходится. Вот жители и решили провести здесь генеральную уборку. Все неравнодушные жители города Городец, которых действительно болеет душа за чистоту, за экологию, за качество проживания наших людей, за состояние вот таких прекрасных озер. На самом деле, потом руки помою. Спасское озеро, ему много сотен лет. Озеро большое, вот от педучилища до судоверфи, поэтому его обойти так надо с трудом, поэтому вот даже сапожки одели некоторые. Вот добываем разные, так сказать, вещи. Честно, нет слов, насколько можно не уважать себя, что вокруг себя разбрасываешь такой мусор. Битое стекло, пластик, про это я уж и не говорю, про окурки и прочее. В который раз хочется обратиться ко всем жителям Городецкого района. Давайте уважать себя, давайте уважать других. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Одними субботниками мы чистоту не наведем. Нужно прививать культуру у людей. Мы волонтеры культуры, мы хотим, чтобы наш город только процветал. А как он может процветать, если вокруг мусор и такая нехорошая атмосфера? Мы прибираем, убираем, потом проводим мероприятия и хотим сделать не только счастливыми себя, но и окружающих. Тем временем другая группа активистов приводила в порядок водоем на улице Речников. Сухие листья, ветки деревьев и палки – все это вперемешку с пластиковыми бутылками, целлофановыми пакетами и прочим ссором перекочевало с берега водоема в мусорные мешки. Все подобрали, подскребли и подгребли. Но общую картину чистоты портило само озеро. Самые отчаянные, разувшись, смело ступили в воду. Ну, вода купаться еще не стоит. Все-таки она пока прохладная, водичка. Поэтому лучше не испытывать судьбу. Вот. Но если для того, чтобы стало чище, то можно попробовать. Очень приятно, я думаю, будет жителям близлежащих домов, потому что привели в порядок территорию, которая прилегает к такому замечательному озеру. А вообще, мне кажется, вот если подумать о каком-то проекте, то здесь настолько красивое место, что можно сделать очень такую приятную
комфортную и оригинальную зону отдыха. Генеральная уборка в Городце прошла в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке территории, а также в рамках всероссийских акций «Вода России» и «Зеленая весна». Участниками субботника стали представители районной администрации, волонтеры, активисты общественного движения «За родную Волгу» и просто неравнодушные жители. На следующий день в рамках всероссийского экологического субботника в порядок была приведена территория озера Святого, Городецкий вал, сквер на улице Доброй и склоны оврагов в микрорайоне Фурмановском. В общей сложности было убрано более 200 мешков мусора. Месячник по очистке территорий продолжается. О том, что эпидситуация в стране улучшается в последнее время, говорится во многих средствах массовой информации. А как обстоят дела в Городецком районе, узнаем из первых уст у заместителя начальника Центрального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Кавернинском и Сокольском районах Алены Артемьевой. Алена Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Вот что бы вы сказали об эпидситуации в нашем Городецком районе? Что касается эпидобстановки именно по Городецкому району. Значит, с начала этого года, 2021 года, регистрируется превышение показателей заболеваемости именно по кишечным инфекциям. В особенности, вот если смотреть в явление, ну, этиологического фактора, да, в этом году регистрируются случаи ротоноровирусных инфекций. Это касается в том числе и образовательных организаций, где были зарегистрированы не только единичные случаи, но и групповые случаи заболевания. Что касается заболеваний, ну, такого сезонного характера, это грипп ОРВИ, да, на сегодняшний момент и, в принципе, в первом квартале 2021 года у нас не было превышения эпидпорогов по заболеваемости гриппом ОРВИ. Что касается эндемичных заболеваний. Это что такое? Это заболевания, которые характерны именно для Городецкого, не, ну, для Городецкого района в том числе. Это клещевой вирусный энцефалит, природно-очаговые заболевания, геморрагические лихорадки с почечным синдромом. Даже при наличии том условии, что у нас уже в Городецком районе зарегистрировано 7 случаев обращения за медицинской помощью по случаю присасывания клеща, но случаев именно вызываемых клещевым энцефалитом не выявлено. Также на сегодняшний момент остается очень актуальна заболеваемость, так называемой в народе мышиной лихорадкой. Ну, научное название – это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. За первый квартал случаев инфицирования пока не выявлено, слава богу. В отличие от 2020 года у нас было зарегистрировано 5 случаев именно этого заболевания. А вот теперь самые главные, да, инфекционные заболевания, которые вообще, говорить, мы уже второй год об этом говорим, да, это коронавирусная инфекция. Сколько случаев сейчас регистрируется, когда был пик заболеваемости, в какое время, вот на какое время он пришелся? Значит, именно что касается Городецкого района, на 26 апреля зарегистрировано общее количество лабораторно подтвержденных случаев 2571. Если, значит, сравнивать, я сейчас говорю о истекшем периоде 2021 года, да, на прошедшей неделе у нас было зарегистрировано 30 случаев заболевания, то есть мы можем говорить, в принципе, если сравнивать, ну, недельную заболеваемость, да, по недельной, у нас наблюдается снижение регистрации новой коронавирусной инфекции. Все вы знаете, что в 2020 году у нас была первая волна, да, которая началась март, апрель и продолжалась до августа. Вторая волна, август 2020 года, ну, естественно, конец, который пришелся, да, да, в связи с тем, что регистрация идет, соответственно, у нас заболеваемость продолжается, пусть не такой интенсивности. Дальше, значит, если посмотреть основные такие подъемы заболеваемости именно в этом 2021 году, да, самое большее количество случаев, если смотреть по неделе, у нас было выявлено на второй неделе этого года, это после 11 января, то есть, по сути дела, после рождественских каникул, да, и было выявлено 74 случая, и такое же количество случаев было выявлено на 11 неделе, это с 15 марта по 21 марта. То есть сейчас все-таки действительно обстановка стабилизируется? Пока, да, мы видим, что да, идет снижение заболеваемости. Теперь поговорим об прививке. Вот насколько она эффективна и безопасна для жителей. В Городецком районе пока идет вакцинация спутником ВИ. Если интересно, вот для людей, да, те, кто интересуется этими вопросами, показаниями, противопоказаниями, то спутник ВИ
предназначен для профилактики коронавирусной инфекции именно для людей старше 18 лет. Также четко прописано о том, что имеются очень четкие противопоказания к вакцинации. Это гиперчувствительность к компонентам, поскольку она двухкомпонентная, да, и я думаю, что вся эта информация в общем доступе, и люди знают, что вакцинация стоит в два этапа. Это в анамнезе наличие аллергических реакций, естественно, это беременность, это кормление грудью, это дети до 18 лет и люди с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Это я сейчас говорю о противопоказаниях. Но надо не забывать о том, что вакцина с осторожностью также применяется у людей, имеющих хронические заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой системы, у людей со злокачественными новообразованиями, заболеваниями кровеотворной системы и так далее. То есть в любом случае при желании вакцинироваться человек должен обратиться к медицинскому работнику для того, чтобы установить наличие или отсутствие медицинских противопоказаний. Эффективность вакцины, в принципе, есть промежуточные результаты по поводу эпидемиологической эффективности вакцины, она составляет более 91%. И если кому интересно, также вот в характеристиках именно к этой вакцине четко прописано о том, что иммунитет возникает после 21 дня после вакцинации именно вторым компонентом. То есть, по сути дела, люди должны понимать, что при начале, ну, на начальных стадиях этапа вакцинации для того, чтобы развился иммунитет, нужно полтора месяца, ну не меньше, по крайней мере. Все-таки к тем, кто переболел, не рекомендуется делать прививку на данном этапе? Пока да. То есть имеются такие рекомендации у тех, у кого высокий титр антител иммуноглобулинов GM, то пока не рекомендуется, да, проведение вакцинации. А вы сами сделали прививку? У меня антитела. То есть вы переболели? Существуют ли сроки прививочной кампании вот для COVID-19? Нет. То есть пока... Пока нет, идет регистрация, соответственно, идет вакцинация. Вакцинация по-прежнему по предварительной записи? Да, да. Она бесплатная, она добровольная, с согласия, ну, естественно, гражданина, да. Но надо не забывать о том, что есть... рекомендации именно группам риска, кому нужно вакцинироваться. Это возрастная категория старше 60 лет. Это люди, которые работают в социальной сфере и очень тесно взаимодействуют с большим вот, скоплением людей. Ну вот, по сути дела, не зря же все-таки эту вакцинацию именно по эпидемиологическим показаниям включили в приказ Министерства здравоохранения, да, в план прививок по эпидпоказаниям. Ну, впереди у нас майские праздники. Вот ваши рекомендации людям, как себя обезопасить, как не заразиться, не подцепить какую-нибудь заразную инфекцию. Очень хорошие рекомендации есть на сайте Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. И там приведены рекомендации не только касательно именно профилактических мероприятий в условиях сохраняющихся рисков распространения ковид-инфекции, да, так как ограничение, это ограничение посещения мест с большим количеством людей, естественно, это ношение средств индивидуальной защиты, использование антисептика, соблюдение социальной дистанции. Но есть еще такие рекомендации, как, поскольку начинается такой интересный период, все поедут на дачи, на пикники, на барбекю, естественно, все будут закупаться продуктами питания, естественно, это касается мероприятий профилактики острых кишечных инфекций. Также все мы поедем на дачи, на свои приусадебные участки, кто-то пойдет в лес, ну и так далее. Соответственно, люди должны понимать о том, что, да, я уже сказала, есть такие эндемичные заболевания именно в Городецком районе, по Городецкому району, как клещевой энцефалит. Соответственно, и люди должны знать, по крайней мере, элементарные правила профилактики для того, чтобы, по крайней мере, не подцепить клеща. Это частые само- или взаимоосмотры. Это ношение желательно светлых оттенков одежды, плотно прилегающей к одежде, и, естественно, использование репеллентов. При регистрации, да, все-таки мы рекомендуем, что если вас укусил клещ, пожалуйста, обратитесь медицинскую организацию, поскольку медицинская организация, ну, в связи с тем, что у нас уже с марта идет мониторинг за
случаем присасывания клещей и регистрации клещевого вирусного энцефалита, медицинская организация должна обязана снять клеща и доставить в лабораторию, вирусологическую, центр генэпидемиологии в Нижегородской области для исследования наличия антигена клещевого вирусного энцефалита. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Порядка 20 спортивных мальчишек и девчонок из школ Городецкого района стали участниками регионального патриотического проекта «Веломарафон. Наследники Победы». Среди них и новички, и те, кто уже не раз проходил по маршруту велоэкспедиции. В прошлом году путь был очень непрост, но многие проехали очень хорошо, и это очень радует. Сколько вы проехали километров? В среднем где-то мы проехали около 40 километров. Поэтому многим это показалось недостаточно, и в этот раз, надеюсь, мы проедем больше. Вы тренировались? Да, тренировался. Каждый день ездил по около 20 километров. Ну, это большая честь, то, что мы передаем, так скажем, эстафету за наших ветеранов, которые за нас воевали. Мы ведь отдаем им дань за то, что они воевали за нас, и то, что мы здесь стоим. У меня позитивные чувства, и это чувство гордости. Быть достойными памяти своих дедов и прадедов – эти слова стали лейтмотивом всех напутствий во время торжественного митинга в честь старта веломарафона. Среди почетных гостей – идейный вдохновитель марафона, епископ Городецкий и Ветлужский Августин, представители регионального правительства и администрации Городецкого района. Перед вами сегодня стоит важная ответственная задача. Вы несете имя наследников Победы. Вы несете и храните, и передаете всем, кто вас увидит, память о тех героях, которые ковали победу, которые отдавали свои жизни ради нашего с вами сегодняшнего благополучия. Вы одеты в прекрасные желтые яркие майки, которые будут привлекать внимание всех, кто будет видеть вашу колонну. Вот я вам хочу пожелать, чтобы участие в этом проекте стало не менее ярким и запоминающимся событием вашей жизни. Чтобы вы передавали те ощущения, которые у вас будут от участия в этой патриотической акции, детям, когда они у вас появятся, всем вашим друзьям, знакомым, близким. В этом году программа регионального проекта посвящена не только победе в Великой Отечественной войне, но и юбилейной дате – 800-летию со дня рождения великого полководца и защитника Древней Руси Александра Невского. В этом году мы включили в программу уроки мужества «Живи как Невский». То есть это с командой каждого района будут проведены уроки, в том числе на эти уроки будут приглашаться и другие ребята в районах. Вот, традиционные, конечно же, митинги возложения по пути следования и встречи, я надеюсь, все-таки с ветеранами у нас состоятся. Конечно, статистика грустная, порядка 100 ветеранов всего осталось на всей территории нашей Городецкой епархии. Для сравнения, в 2015 году было более 400. Память героев, погибших во время Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания и торжественным возложением цветов к мемориалу Победы. А затем был дан старт веломарафону. Эстафету горожан примут ребята из Семенова. Общая протяженность маршрута по 13 районам и округам Нижегородской области – порядка 1000 километров. Финиш велоэкспедиции 8 мая в Городце. Удивительные, загадочные, фантастические, самобытные – все это о металлических скульптурах Евгения Царабаева. Старое железо, отслужившее свой век, в руках заволжанина превращается в забавные фигуры. Всего несколько прикосновений электрода, и фантазия мастера обретает реальные очертания. Я, бывает, даже очень веселюсь, когда у меня что-то получается и что-то веселое. Народу очень нравится, и мне нравится радовать народ. Могу просидеть 2 часа, и до конца ничего не получится. А могу сделать за 20 минут, могу... То есть это спонтанно, то как муза придет, я все так говорю, муза приходит моментально все. Могу за вечер сделать 3 скульптуры, могу за неделю 1 сделать. Это непредсказуемо.
Создавать скульптуры из металлического хлама Евгений начал 2 года назад. В этом деле он, конечно, не первооткрыватель. Интернет пестрит фотографиями необыкновенных вещей, сделанных в стиле дизельпанк. Но, похоже, в этом направлении заволжский самоделкин нашел свою нишу. Его герои в большинстве смесь человека и машин, фантастические существа из будущего. В одном угадывается известный громозека из мультфильма «Тайна третьей планеты», в другом – милашка-робот Валли из одноименной анимационной ленты. Но больше всего скульптур, напоминающих персонажей культовой фантастической саги «Звездные войны». Как говорит сам Евгений, герои фильмов часто навевают идеи будущих творений. Главное, чтобы под руками всегда был необходимый материал. Раньше это была шестеренка, потом превратилось это в пузо, будем так смотреть. Раньше это были болты, раньше это были пружины, например, клапанов. Раньше это были клапана, сломанные подшипники, те подшипники, которые развалились, колодки тормозные. Это великое множество, я могу назвать, штанги, пальцы поршневые, шатуны. Это очень много. У меня очень много друзей, очень много мастеров, очень много знакомых в автосервисах. Приносят, сам заезжаю, забираю. Мне ведь немного надо, надо ведь именно фантазию, чтобы это все как-то соединить, чтобы это все получилось. Отдельная тема в творчестве Евгения – мотоциклы. Любовь к гонкам и скорости у него с самого детства. Еще подростком занимался мотокроссом, завоевывал первые места и даже стал кандидатом в мастера спорта. Сейчас Евгений не столько гоняет, сколько модернизирует своих железных коней. Сначала покупает, а потом переделывает, каждый раз пытаясь создать уникальный живой мотоцикл с характером. Естественно, что в своей мастерской из автомобильных деталей он конструирует и миниатюрные байки. Любые мотоциклы, которые я делаю, я их всех люблю, потому что я с душой делаю. Я знаю, как он устроен, мотоцикл. То есть я добавляю туда и глушитель, и подножки, и, значит, руль, и фары, и по двигателю я какие-то все-таки похожие запчасти привариваю в свои статуэтки. То есть любой мотоцикл меня радует. Любой мотоцикл. Мы делали вместе фигуры перед поездкой на берег Маугли. Это всероссийский байкер-фестиваль проводится, он в городе Павлово. Вот, и данные фигуры пользовались очень большим спросом. Мы в основном делали мотоциклы и что-то вот связанное с байкерской тематикой. За 2 года Евгений смастерил более 1000 работ, каждая из которых не похожа на другую. При этом отмечает, что копий тоже нет. Во время творческой эйфории руки сами тянутся к определенным деталям, и что из них получится, бывает сюрпризом даже для самого мастера. Так, одна за другой на свет появились фигурки музыкантов. И сейчас в коллекции Евгения есть целый инструментальный ансамбль. Его фигуры сотканы из воображения и упорства, шутовства и проницательности. Евгений еще раз доказал, истинный художник может творить даже из застывшего металла, который оживает под силой вдохновения.